Торжественное возложение цветов к памятнику воину-освободителю состоялось в Калпашве. 3 декабря, вот уже более 6 лет в нашей стране, отмечается День неизвестного солдата. В памятную дату по всей России люди приходят к воинским мемориалам и захоронениям, чтобы почтить память воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. 3 декабря перед городской стелой с именами погибших участников Великой Отечественной войны собрались представители районной и городской власти, а также Калпашевского социально-промышленного колледжа. На площадке перед вечным огнем звучали слова и стихотворения о воинской доблести и подвиге неизвестных солдат. В завершении мероприятия участники возложили цветы к стеле. История памятной даты берет начало с 3 декабря 1966 года, когда в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный комплекс «Могилы неизвестного солдата».